Дорога к знаниям. В Фурмановской школе номер 10 вручили новый автобус. Сюда на занятия из отдаленных населенных пунктов добираются 28 ребят. Максимальное время в пути составляет 40 минут. Ключи директору школы передала зампред правительства Ирина Эрмиш. Автомобиль предназначен специально для перевозки детей. Есть даже выдвигающаяся ступенька, чтобы удобнее было заходить. Всего по региону курсирует 173 автобуса, которые подвозят учеников к школам. Мы в этом году, по нашим данным Департамента образования, должны заменить 29 единиц транспорта до конца года текущего, 6 единиц транспорта, и вот первая единица, это первая ласточка, приобретается за счет средств областного и муниципальных бюджетов